Привет, привет, Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось, никто не напал по дороге. Заказ. Нужно вернуть машину. Вернее, угнать ее у 6-й улицы. Посмотри. Я там расписал немного про нее и про ее хозяина. Тут Нетраннер! У нее оружие! Бегите! Где эта падла?
А? А ну вылезай! Вылазь давай! Ну и все. Заблудилась? Вдох! Ну давай! Не будем контактировать! Он сказал, тачку уже не отследить. Все детали заменены. Ничего родного нет. Огонь!
надо взять ее за жопу! Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров НО. Спонсором фестиваля является корпорация Арасака. И, что не может не удивлять, сама Ханака Арасака сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WNS пожелать вам веселого и мирного праздника. Повеселись, Найт-Сити. После паузы. Киберпсихоз — это миф или реальность? Узнаем. Спасла ты мою шкуру. Не знаю, как и благодарить.
Что с машиной будешь делать? Продавать? Рано или поздно придется. Знаю одного ценителя в Сакраменто. Он мне целое состояние отвалит. Но над ней еще надо поработать. Так что этим пока и займусь. Тебе лучше скрыться, и как можно скорее. Из-за нее шестая весь город вверх дном перевернет. Я уеду сегодня же. Дядюшка Эстовес всегда говорил, если выбор стоит между родной машиной и чужой шкурой, спасай машину. Тачка, по крайней мере, тебя не подставит. А вот людям веры никакой. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился. Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Отлично. Парень получил свою машину, а значит, ты получишь свои деньги. Добрые дела всегда дают плоды. Работа выполнена безупречно. До скорого.
найдешь, Сорра! Funcionando.
Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности... Скука смертная. Нетранерша! Врать не стану, дитя мое. Тебе предстоит грязная работа. Политика, сама понимаешь. Надо найти компромат на Хавьера Альварадо. Это советник мэра.
люди выяснили, что документы лежат в Эль Пинчебойо. Это ресторан Валентино. Если нужны подробности, просканируй письмо. Чумба, старый я стал. Tenemos que partir madres. Una pinche granada.
¡Pinche cabeza que tienes! ¡Madre, está pasando! Выродок из Кабуки. Его с нами никогда не свяжут. Но нужно твое благословение, Фродо. Вот ты сейчас серьезно? Повяжут раньше, чем записывать начнут. То, что одному богатому хлыщу не хватает адреналина. Аппаратуру уже подогнали с прошлой поставки. Наденем, зайдем. Помашем немножко пушками и... Ну-ка. Железный план. Субтитры сделал DimaTorzok.
В Пасифику пусть идет и там спросит. Ага. Сука. Чумба, ты, блядь, просто... Пасифику пусть идет и там спросит. Элькалу не наша проблема. Так ему и скажи. Вынюхивает, говоришь? Так ты ему расскажи, что мы делаем с крысами в баре. Какие-то вещи никогда не меняются. Они думают, от их крестика в бюллетене что-то зависит. В этом городе ты хоть куда свой крест можешь ставить, будет коррупция. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Ах ты, паскуда! Сука. В Пасифику пусть идет и там спросит. Чё? Охренеть. Эльгалу не наша проблема. Так ему и скажи. Вынюхивай. Ему расскажи, что мы делаем с крысами в баре. Да мне насрать. А я тут чем за... Какие-то вещи никогда не меняются. Они думают, от их крестика в бюллетене что-то зависит. В этом городе ты хоть куда свой крест можешь ставить, будет коррупция. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Идеальная работа. Все точно по плану. С тобой приятно работать, Ви. Заказ закрыт. У нас тут кто-то нарывается?
переживает, что наши соседи уезжают. Ей нравится этот чувак. Бар. Они могли бы быть как-то подружить. Знаешь, что им сделала себе Барта? Ну, малая сказала, что старшая сестра Барта типа пошла на шестую улицу. Ты же сказал, что ушел искать работу. А где ты? Я нашел ее! Это не работа. Что с нами будет, если тебя прикончат? Если ты проиграешь все наши деньги? Цезарь, выкинь дурь из головы, или я тебя из дома выкину. Ты Цезарь? Я пришла на бой. Да, это я. Самый крутой Ихо де Путта в Глене. И самый худший отец в Найт-Сити. Микаэла, крошка, я знаю, что делаю. Доверься. Я с тобой не разговариваю. Спустил все деньги на хром, а теперь... Короче, я сдаюсь. Все. Может, хоть ты ему мозги вправишь? Ему будет полезно. Микаэла! Микаэла, подожди! Чтоб тебя! Короче, мне срочно надо много денег. Поэтому только серьезные ставки. Я ставлю на кон свою тачку. Или ты ставишь только же налом, или боя не будет. Ладно, давай конкретней. Что за тачка? Прокачанная классика 2056 года. И всего 20 тысяч пробега. Не бито, не крашено. Угу. Угнал, поди. Не-не-не, ты чё? Моя со всеми бумагами, слово даю. Слушай, если тебе условия не катят, иди мимо, окей? Не маяч тут. Время – деньги, а у меня сейчас нет ни того, ни другого. Чего ты ждешь? Нет у меня таких денег. По крайней мере, пока. Ну да, ну да. Короче, если передумаешь, приходи, окей? Хорошо, я найду деньги. По рукам? По рукам, давай. Чисто на кулаках ведь? Ты ж не вытащишь из жопы на струну или клинки какие-нибудь. Да. Я чё спросил-то? Чувак до тебя мне кошками своими чуть кишки не выпустил. Ну что, погнали? Ага, погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Ну что, хватит с тебя? Ага. Пожалуй. Ну это, захочешь реванш, приходи. Мне деньги нужны, особенно теперь со спиногрызом-то. Хорошо, я найду деньги. По рукам? Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Ha!
Микаэла, милая! Прости меня! Черт, я... Заткнись, пендехо! Отдавай ключи и быстро домой! Вот, держи. Береги ее! Оставь себе деньги. И тачку тоже. Я у тебя ничего не возьму. Ты... Ты что, серьезно? Такими вещами не шутят. Я это... Блин, я не знаю, как тебя благодарить. Просто не потеряй то, что у тебя осталось. Приложу все усилия. Оф. Вроде обошлось, да? Угу. Везет ведь всяким пендехос. Как назовем малыша? Давай как-нибудь на Ви? Свою кривую рожу! Смотри и учись! Сука! 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 Я попал!
должен как! Смотри и учись! Или говноедов! Выходи, стекло! Хватит его Кантао, Арасака, Муртик, Нологис и Дайнала. Поясню. Совокупный доход этих компаний – это десятки миллионов евро-долларов. Как распределились голоса по этому вопросу? 99 за, 1... Если вы, горожане Найт-Сити, выберите меня. Ебать их! Тянь-ча,
Давай, давай, давай! Свинцовый шквал! Она скрипт запускает! Новые серии каждую среду в 10. Только на WNS.